первый раунд. Бой за титул чемпиона мира среди профессионалов. 52 килограмма, да? 52. Что-то как-то, мне кажется, что она побольше, чем 52 килограмма. И она подсушилась. Попало. Это ж бокс. Девочки несут. Пока что японка поточнее. И поактивнее. О, это молодец. Себе его зацепило. Головой-то вот так. Если вы слышите, это называется прямой удар. Собака его называется шоссе, прямое шоссе. Okay, go.
Хорош. Справа боково попало. Yeah.
хорошо. Держит Россия покричать. Хочу и так выигрывать. Как поболит. Японцев надо поддерживать. Их бьют тут. Они так у нас курил хотят отжать. Куда? Их бьют. А мы их не отдаем. Все, кроме нас двоем. Вот так вот, патриотизм. Сегодня еще чемпионат мира по боксу начался, знаете? А? Чемпионат мира по боксу. У нас в Санкт-Петербурге проходит. 9 дней будет проходить. На Крестовском острове. Найти время, сходить посмотреть. 17 по 26 каждый день. В Сибур-арене. Футбольная, я улица знаю, футбольная, знаю. Дом 8. Знаю его. Хая! Худю! Хая, худю! Худю! Эля ты! Ой, хорош! Прям апперкотик концовочки дала прям снизу. Молодец! В общем, поезд наш. Все, мы. Можно... Это поезд наш. Да понятное дело.
жилить не надо, и так лучше. Я, говорит, не хочу держать, держи ты. Он типа тяжелый. Такой молодец. Француз сразу японцу бросил. Не перетрудится, видно же. Уголек. Может, руководитель? Ну, конечно. Да еще и за что не отвечаешь. Бабки получаешь. Ну да. Судьи записали. Определен чемпион мира среди женщин 42 килограмма по салату. Судья из России отдал победу Красному. Судья из Финляндии отдал победу Синему. И судья из Италии отдал победу.